Tomb Raid Brothers. И сегодня мы продолжаем играть Mortal Kombat Mobile. Путь ученика. Готовим чифирюху и усаживаемся за просмотр. Поскакали. Так. Нам пришло тут на почту уведомление. Надо принять награду. Так, 17 душ и 400 монеток. Но за выполнение шкалы еще 40 дали. Неплохо. Так, ищу награда. 30 душ и 700 монеток. Тоже неплохо. Ну, мы возвращаемся назад в магазин. Посмотрим, что тут у нас. Вот за 10-9 тысяч можно бронзу взять. Покупаем. Пригодится. Отлично. Хорошо. Так, что мы тут еще можем? Вот дармовой набор бронзовый. Забираем. Опа. Ну, спецприем улучшения. Хорошо. Так, ну раз 70 тысяч четко у нас под набор снаряжения, может молот гнева выпадет. Держим пальчики крестиками и выбиваем молот. Уже фартанет. Давай. Выпади молоток. Ёбушки-воробушки, вот и он и выпал. Четко. Четко получилось с первого раза. Круто, круто. Круто. Ну, драконий щит пригодится. И дробовик тоже. Но молот это яд. Коллекция. Круто, круто, круто. Так. Хорошо. Раз фортуна смотрит нам в лицо, попробуем открыть наборы мастера единоборств. Может фортанет хоть на одну алмазочку. Ну, одну алмазочку. Всего одну. Выпадет. Алмазочка. Желательно скорпиончик или люкенчик. Ну, что-то карточка какая-то, наверное, золотая. Охуенчик. Эран Блэк алмазный. Это круто. Так, черный дракон, Эран Блэк, профессиональный убийца. Черный дракон Эран Блэк может с вероятностью 30% оказать огневую поддержку, когда напарник сменяет его или когда меняется вражеский боец, не участвуя в бою. Черный дракон Эран Блэк обеспечивает огневую поддержку для своих союзников из черного дракона. Круто. Коллекции. Блин, не знаю, стоит еще раз попробовать, а? Эх, гулять так гулять. Хоть бы еще выпал люкенчик мне. Давай. Люкен или скорпион. Так, без слияния, видимо, карта, которая у меня нету там, лежит. Блять, ну такое все. Трибор.
Ну и все, на этом закончим открытие наборчиков. Сейчас мы карающего бараку попробуем немножко попроходить. Ну, Iron Black — это сила, хорошо, что выпало. Так, загрузить. Вот она, Dream Team. Сейчас на него молот гнева. Раз, два, три. Iron Black и Арат, конечно, это хороший персонаж. Давай, назад, назад. Так, ну... Сейчас сюда еще что-нибудь накидаем. А сюда поставим нож. Медаль. Йондуш. Драконий щит. Сержанту мы сейчас тоже что-нибудь дадим. Это у нас спецназ, да? Поставим так. Спецназ, боевой. Ага, урон мастерам, единоборств. Так, так, так. Во, сюрюкен. Так, ну полетели, гуси лапчатые. Ну а второй, что выпал, Трибор, конечно. Не стоит овчинки выделки. За 450 душ. Красная цена Триборгу 200 душ. Да и только не покупал его. Так, если бы заданий с каких-то бы выпадал, тогда еще ладно. А бабки на него тратить неохота на Трибор. Так, а они хилятся, да? Они хорошие люди. Я уже отхилился почти. Давай, доживай. Первая пошла. Отлично. Excellent. Давай, давай, лавы. 16 тысяч. Пригодится. Пошли дальше. Ну, тут мы со своей Dream Team справимся, интересно. Я думаю... Можно постараться. Ну, тут и бронзовые, и серебряные против меня персонажи. Ой, хорошо. Сейчас еще разок плюнем. Пошло эти танки. Плевок. Йоу, йоу, чувачок. Не быкуй. Первое. Тра-та-та. Хорошо. Первая пошла. Блин, блок. Йоу-йоу, тихо. Отличненько, вообще шоколадненько. Аля, не добил? Я думал, со второй его загашу, вот как он меня. Да,
нахрен. Первая пошла. Еще раз первая. Не изи, ну бризи. Выиграли, да и ладно. На децелах, конечно. Ну, победители не судят. 32 тысячи, неплохо. Уже полтосик. Так, так, и вот мы добрались до последней битвы. Полетели. Давай, открывайся, блок. О, хорошо, первая пошла. Хорошо, еще разок. Первая. Отличненько, открылся сам. Еще бахнем первой. Ушатали. Хорошо, мой выход. Опа. Прессим, прессим. Первое. Кунзынь. Первое. Что-то у него первое, как по слону дробыны. Вообще не понимает. Так. Хорошо. Еще раз первое. Отличненько. Так, сколько нам дадут за это? 46 душ, неплохо. Так, в вашем отряде должны быть только... Из внешнего. Блин.
Второй. Первая пошла. Ствол. Есть. Еще раз первая. Гору. Гору, гору. Первая. Фу! Вот эта мартушка взбодрила. Фух. Напряженько, напряженько было, конечно. Попотеть пришлось, последняя битва. Ну, скорпиончик вообще шоколадненько. Какого там слияния? Второго уже у меня. Фу. А, третьего. Вообще огонь. Барака. Сложность высокая. Вот он, боссик. Урон 9000, а жизни дофигища. Будем пробовать. Файт. Тихо, тихо. Оставайся внизу. Вторая пошла. Колыга. Вторая пошла. Неплохо, блок. Опа. Stay down. Get up. Вторая пошла. Одолели его. Повезло. Вот, 12 побед испытаний. Отлично. 4 души. Одолели бараку на высокой сложности. Наконец-то. Тяжело было, конечно. Персонажей мало, не хватает. Так, 65 душ. Отличненько. Что-то таркатанское кимоно. Бонус к лечению. Отличненько. И барака уже второго, вернее первого слияния.
Довольно-таки неплохо соединить. Шик. Шик и мужик. Огонь. Все. Великолепно. Вы прошли испытания на высоком. Вы сильнее, чем ожидалось. Теперь вас ждет испытание на уровне сложности старший бог, которое могут пройти лишь избранные. Достойны ли вы? О, бля. Еще на таком уровне можно проходить. Раньше, по-моему, до обновления на 11 Mortal Kombat только две сложности было. А теперь еще третья добавилась. Интересно, интересно. Ну, любые друзья, на этой ноте будем заканчивать. Не забываем, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Ну, на этом все. Как-то так. Всем пока.